Здравствуйте, дорогие мои друзья! Здесь вы видите еще одно прекрасное кашпо в моем саду. Розовые цвета. В этом большом кашпо посажены три сорта пеларгонии. Давайте присмотримся ближе к каждому. Это распускается прекрасный сорт Вики. Видите, он уже чуть-чуть раскрылся. Вчера это были прекрасные розочки. Он такого более молочно-розово-лососевого цвета. А вот этот вот сорт, я его название не знаю. Более такой розовый тона, меньше лососевого оттенка. И еще вот такой вот простенький сорт, но очень яркий. Название я его напишу в видео. Такое большое кашпо, видите, по сравнению с моей рукой. Это большое кашпо, диаметр 45 сантиметров на 3 таких растения. Видите, оно не предназначено для выращивания пеларгонии. Из него обычно предлагают делать такие горки для посадки растений, устанавливать кашпо на кашпо и такая горка. Но я использую их для пеларгонии, мне очень нравится. Смотрите, какие прекрасные цветы. Вот какие. Сейчас я вам покажу. Очень красивые эти цветы. Смотрите, розовые пеларгонии мне очень нравятся. Это не все оттенки, которые есть в моей коллекции. У меня есть еще, даже мне трудно сказать, сколько, еще, наверное, 3 или 4 других разновидностей, но это уже другие кашпо. И я еще вам покажу их. А пока присмотритесь к вот этим вот сортам. Если вам что-то нравится, вы можете себе где-то найти, заказать. Видите? Листья здоровые, красиво, обильно цветущие кашпо. Здесь посажено 3 растения у меня. И хотелось бы мне попытаться повращать это кашпо, чтобы вы оценили, какое большое оно. Но я думаю, вам и так понятно по сравнению с моей рукой. Я думаю, около метра диаметр этого кашпо. Они у меня очень близко друг к другу установлены. Видите, рядом вот другое кашпо. Нету места. И это не весь потенциал, который может быть у плющелистных пеларгоний. Друзья, они очень красивы. Видите, какие шапки цветов. Сколько еще много бутонов. Красота стоит в саду. Я очень их люблю. Потому что это такие растения, которые можно иметь всегда. Они ведь многолетние, сохраните их зимой, и это растение будут радовать вас каждый год. Прекрасные, чудесные плющелистные пеларгонии. А эти кадры, друзья, сняты несколько дней раньше, когда пеларгонии только начинали цвести. Вот это вот Pink Blizzard, а это бутоны прекрасной пеларгонии Вики. Видите, какие они оригинальные, такие светлые снаружи. Ну а это похоже на нее, но более темные. И это ее бутоны. Как вы видите, бутоны отличаются от бутонов пеларгонии сорта Вики. Такое вот кашпо. Оно еще полностью не раскрылись все цветы. Но цветы очень красивые. Такие яркие, видите сами. Какие прекрасные соцветия. Очень красивые сорта. Спасибо вам огромное, дорогие мои друзья. Спасибо вам за всю вашу поддержку. Еще будут у меня очень многочисленные видео о пеларгониях, о других цветах в моем саду. Спасибо вам огромное. Пока-пока.